На Приморском льду легендарные хоккеисты. Их имена гремели на весь Союз. Бурными аплодисментами болельщики встречают игроков не сегодня. Ледовую площадку именитые игроки разделили с командой «Уссурийские тигры». На счету этих приморских хоккеистов победа в третьем всероссийском фестивале по хоккею среди любителей. В символическом вбрасывании шайбы приняли участие воспитанник клуба «Полюс» Иван Бабин и глава Приморского края Владимир Миклушевский. Гости распечатали ворота противника и открыли счет. Легенды хоккея значительно вырвались вперед и удерживали лидерские позиции на протяжении всей игры. Посмотреть на захватывающий матч приехало все Приморье. На трибунах болельщики даже из самых отдаленных территорий края. Конечно, легенды, помним Буре, помним Тетисова, как бы, это мои годы. После финального гудка счет на табло 9-3 в пользу легенд. Но после игры зрителей ждал еще один сюрприз. Владимир Миклушевский вместе с сенатором от Приморского края объявили об открытии Академии Фетисова. Мы создаем академию международную. Ну и мне кажется, она превратится в центр развития хоккея на всем Тихоокеанском побережье. Мы здесь, я думаю, что сумеем создать центр, куда будут приезжать молодые люди из этих стран. Учиться у лучших специалистов мира. Стать учеником академии сможет каждый ребенок. И первые кандидаты на поступление уже есть. Но это тяжело, просто тренировка идет час, а мы серьезно занимаемся хоккеем. Тренировать приморских мальчишек будут не только местные игроки, но и международные специалисты. Ольга Скрипникова и Максим Евсеев. Панорама.